Александр Твардовский. Теркин пишет. И могу вам сообщить из своей палаты, что большой любитель жить, выжил я, ребята. И хотя натер бока, належался лежним, говорят, зато нога будет лучше прежней. И намерен я опять вскоре без подмоги той ногой траву топтать, встав на обе ноги. Озабочен я сейчас лишь одной задачей, чтоб попасть в родную часть, никуда иначе. С нею жил и воевал, курс наук усвоил, отступая пыль глотал, наступая снег черпал валенками воин. И покуда, что она для меня солдата, все на свете, все сполна, и родная сторона, и семья, и хата, и охота мне скорей к ней в ряды вклиниться. И дождавшись добрых дней, по смоленщине своей топать до границ. Впрочем, даже суть не в том. Я скажу точнее. Доведись другим путем до конца идти. Пойдем где угодно с нею. Если ж пуля в третий раз клюнет насмерть злая, то по крайности средь вас, братцы, свой последний час встретить я желаю. Только с этим мы спешить без нужды не станем. Я большой любитель жить, как сказал заранее. И поскольку я спешу повстречаться с вами, генералу напишу теми же словами. Полагаю, генерал как-нибудь уважен. Он мне орден выдавал, в просьбе не откажет. За письмом, надеюсь, вслед буду сам обратно. Ну и повару привет от меня двукратно. Пусть и впредь готовит так, заправляя жирно, чтоб в котле стоял черпак по команде смирно. И одним слова свои заключить хочу я, что великие бои, как погоду чую. Так бывает у коня чувство близкой свадьбы. До того большого дня мне без палок встать бы. Сплю скорее, дожду вестей. Все сказал до корки. Обнимаю вас, чертей. Ваш Василий Теркин.